что это центр временно. Куча трамвайчиков, троллейбусов и куча светофоров, пешеходных переходов, да не говори, знаешь, сколько светофоров. Мы куда-то едем, а едем туда, куда нас ведет наша умная тетя. Готовьтесь к левому повороту через 210. Нет. О, мусорка. Где наши эти зайчики, козлики? Kia Niro. Niro у нас есть такая модель? Kia Niro нету. Но даже в Европе, знаешь, таких моделей, как у нас, нету. В смысле, наоборот, у нас нет таких моделей, как здесь. Экологичный гибрид. Экологичный гибрид вот это? Ну, прикольная тема. Банки, ипотека под 0,79% на квартиру, на дом. Представляете вообще? О, мы уже приехали в центр. Теперь бы найти нашу эту памятник, куда мы едем. Все машины стоят справа. А там нету знак, там знак, не можем направо повернуть. Значит, где-то надо нам место искать. Вот, вот, вон и центр. А, она рисует прямо. Нарисовала дома. Прикольно. Не знаю, у меня такое ощущение, в Германии, я даже не знаю где. Польша, Буданская, слышишь? Есть такое ощущение? Старые дома, старая архитектура. Мусоровник. Anders als ein schwermütiger und haltloser Vater nie eine Fabrik von innen gesehen, das hat Bruce Springsteen erzählt. А вот это Полицехаус. Как тебе нравится? А? Справа. Читай. Велосипедная дорожка. Куда нас направо ведет? Используйте второй поворот направо. Рационен. Используйте второй поворот направо. С вариационом и фуга zu einem памятник сфотографируется, и все, времени были, галочку поставили. Ой, да тут еще и речка какая-то. По набережной едем, молодец. Через 140 метров держитесь правее. Хрена ж себе, куда нас. Через 50 метров держитесь правее. Еще где бы припарковаться. Ну вот как-то вот так выглядит город Бремен. Через 180 метров плавно поверните направо. Но он не возьмет вращающиеся яйца. Оно не очень понятно, но видно даже. Так одно вращается, только верхнее. Центр Бремена. Быстро фотоимся и уехали. Короче, парковку найти целая проблема. Припарковались непонятно где. На две минутки. Собор, как всегда. Даже не знаю, что здесь. Центр. Как-то вот так. Узкие улицы. Красиво, не спорю. Что-то есть завораживающее. Ух ты, какой собор. Alles
Вот и собачка. Ух ты, классно. Не знаю даже, что рассказать. Мы экскурсию не брали, мы вообще тут оказались случайно. Не было в плане даже сюда заезжать. Все.